покупать. Катя так много денег платит за соревнования. Зачем ей это нужно? Естественно, какое-то ощущение страха перед сценой, оно присутствует у многих. Со сценой мы можем выпить по писюрику коньячка для того, чтобы немного расслабить себя. Водичку нельзя. Можно? Нет, воду при этом и нельзя. Лёш, не ешь, но хлещешь коньяк. Это про здоровье? Это как лечить гастрит водкой. Thank you.
Спасибо.